13-летняя Алиса Двоеглазова уже на льду представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе. Здесь сейчас от этого коллектива присутствует Сергей Дудаков. В прошлом сезоне, в концовке прошлого сезона, по социальным сетям разбежалось видео, где на тренировках Алиса Двоеглазова исполняет ни много ни мало четверные флип и лутц. Если что-то из четверных будет исполнено этой спортсменкой на контрольных прокатах, увидим в произвольной программе. Пока короткая от Алисы Двоеглазовой. И такая заключительная, очень милая улыбка от Алисы Двоеглазовой, которая, впрочем, сползает после того, музыка заканчивает свое звучание. Мне показалось, что не слишком довольна сама фигуристка своим выступлением. Немножечко так оступилась в самой концовке, но всякое бывает. В конце концов, мы прекрасно знакомы с потенциалом этой спортсменки. Выиграла спартакиаду учащихся России, а на первенстве России в Саранске Алиса заняла 4-е место, причем оказалась выше и Аделии Петросян, которая тогда стала 5-й. Причем на обоих этих турнирах, и на спартакиаде, и на первенстве, Алиса Двоеглазова преодолела отметку в 200 баллов по сумме программ. Что же касается самой Аделии Петросян, то, конечно же, она будет кататься на взрослых контрольных прокатах, ну, равно как и Софья Акатьева, которая еще в прошлом сезоне выступала на юниорском уровне.